Так, дорогие мои подписчики, давно я не выходила в эфир. Я все равно беру себе, скажем так, в руки. И у нас тут раздобыли мы некоторые продукты. Расталкиваем, чтобы лук пустил сок. Сюда уже крышим яйца, картошечку. Картошку я прожариваю. Колбаску варенку.
по вкусу соль. Пробуем. Так. И обязательно лимонной кислотой.